Если это так, то это здорово, а если нет, то это не здорово. То есть, сейчас посмотрим. То есть, я возьму ее в руку и попробую сунуть ее прямо в эту фигню. То есть, вот у меня файбер. С файбера можно одежду ткать. Ничего себе. Нет, нельзя ее совать. То есть, здесь ты просто проверяешь, сколько у тебя кусков. Давай закроем. Так, и значит, что им сено нужно. Так, тихо. Я тебя люблю. И вас всех тоже. Так, так, так. А больше нет. Кто-то схалявил. У них какая-то курица вечно слакает. И я пытался подловить как-то, но схематику не продумал, и поэтому не знаю до сих пор. А даже если бы знал, то непонятно, что с ней делать такой. Второй строить. В принципе, можно, кстати, и второй построить, да. 200 единиц это... Мне даже на зиму не хватит. Эй, а чё, молока у неё нет? У этого есть. Может, я не с той стороны его оформлял? Не, вообще нет. И у этого нет. В чем проблема-то ваша? Я за вами, значит, ухаживаю, тут кормлю, пою вас. А вы неблагодарная скотина. Иди отсюда. Иди отсюда, блин, со своими этими. Fuck you, слышь, иди отсюда. Иначе от голода сдохнете. Пошел, пошел, все. Цены меда еще вдвое меньше. Ну так и надо. Там эти... Я так и понял, что есть трайхарды, которые обузят мед. Прям переставляю, аж трясет, что надо же так играть. Мед обузить. Сумасшедший, что ли? В принципе, можно построить еще одну вот эту, действительно, вот эту сайло. Не знаю, сюда оно влезет, вот сюда вот куда-то. Сколько оно занимает. Похоже, надо забор здесь будет сносить и смотреть потом. Но это надо будет в конце осени делать, скорее всего. То есть сейчас пока рановато про это задумываться. А сейчас нам надо пойти и купить семена новые. Правда, есть инфа, они работают? Да, они работают. И они, ну, ты их просто ставишь, они рандомно тебе дают просто на халяву денег. И все. И ты можешь под ульи сажать цветы всякие, и тогда мед будет не обычный, а типа со вкусом цветов. Упусти на улице, дождик идет, и плохой фермер. Сразу видно, у кого 500 ммр в плане фермерства. Так, ну, давай вот этот я куплю, ям супер картошку. 10 дней она растет, то есть гарантированно 2 урожая мы соберем. Тоже 16, то есть 2 грядки с тыками у нас будет, и 2 грядки с вот этой сладкой картошкой. И есть 2000, то есть сейчас можно купить еще золото, сходить. И сделать финальную поливалку. То есть 4 поливалки у нас будет. Их если выпустить на улицу под дождик и не кормить их, то у них сердечки потеряются. И, соответственно, у нас, во-первых, любви станет меньше. Это тоже важный компонент. А во-вторых, молоко будет хуже давать. Такие-то советчики. Ну что поделать, не все же с рождения имеют талант. Не судить же за это, правильно? Как-то 10 утра... У меня уже практически все готово. Поливалки только по одной клетке. Это поливалки второго уровня. Они до этого они только крестиком так поливали предыдущие. Поэтому я их вообще не строил. Я считал, что они useless. И... Ну, они действительно useless. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так, теперь идем делаем дополнительный голд. Так, теперь сначала за удобрением. Вот
оно. Его притом не хватит, то есть надо еще сделать. А, ну у меня с собой смола. Так. Все, и сажаем. Непонятно, зачем я еще сделал, учитывая, что хватало и так. Видимо, так было надо. Так, потом туда поставим поливалку. В принципе, можно там заборчик вот этот, точнее не заборчик, а вот этих наделать штучек. Как это? Тут красиво было. Тут есть по огороду, гуляю. В середине, конечно, пугало, руинит весь иммершн. Но без пугала будет сильно хуже. И можно, в принципе, здесь еще и заборчик потом бахнуть. Хорош, красивый. Чтобы все понимали, что здесь живет не какой-то лошок, а нормальный фермер. Который угорает по майонезику и бахает сыры. Для всех. В принципе, там пока жарится золото, этим можно и заняться как раз. То есть, давай, где-то мой камень. 45 камня. Наверное, мало не хватит. Сейчас посмотрим. По-моему, у меня еще были куски стены. Да, вот эти вот. Более того, у меня есть железное, но железное, мне кажется, это плохо. Это не по-божески. Так, тихо, пустите. Трава. Трава мешает. А ну иди сюда. Так, раз, два, три, четыре. Четыре стены еще надо. На две хватило камня. Еще вроде еще камень должен был быть. Нет камня, what the fuck. Нет. Ну нельзя же так делать. Так, сколько там надо, короче, подождите. Два камня, то есть мне четыре камня надо. Сейчас по-быстрому бахнем. Угадалки? Я гадалку ни разу не видел еще. Я читал, что она появляется рядом с волшебником там где-то. Но сколько я там не гулял, там ни разу и не было. Наверное, от дня недели как-то зависит. Деревянный он плохой. То есть там либо он рушится буквально за 10 дней целиком, он разваливается от ветхости. А то и меньше, наверное, даже не за 10, там дней за 5 он просто у меня разрушился весь забор и просто в труху, прям в руины. Где дерево-то у меня? А, в кармане. Ладно. Бахнем бороться. Чтобы никто маг не воровал. Наркоманы здесь всякие ходят. Там вот этот, наверное, который спортсменом по-любому парывается чем-нибудь. А она с ним все равно тусуется. Дура. Казать. Как говорится. Пока молодые, они там, конечно, играют. Цыганка раз в несколько дней. Я так и понял. Пойдем глянем, что там по грибам. Варится. Мне кажется, следующим конюшню надо покупать. Огород потом можно будет расширить, но это надо бы заранее делать. То есть пока у меня не было кучи поливалок, то есть с этим я как-то пока... И на поливалке я потратил, грубо говоря, 8 тысяч. То есть сейчас уже на следующий день я мог уже сделать конюшню. Кстати, да, по поводу сыромясин, давай посмотрим, что для них надо. Хардвуд, копер, стоун, вуд. У меня камня нет. Наверное, можно пойти камень покопать, пойдем в шахты. И надо прямо сконцентрироваться на получении камня, потому что камня действительно очень мало.
дождливая эта погода прям на меня влияет. Этот шум дождя, что как действительно осенняя такая. А за окном-то вроде как обещали, что весна наступила, а за окном наоборот метель, сугробы, там, там грибы. Вот бы их, они декоративные. Ну ничего. Пойдем, да, надо продать ножичек. Не, таскаю с собой. Не да не сорт. Ну как-то сорды ваш 450. Not bad. Игра онлайн или соло? Онлайн. О, соло. Потом добавят мультиплеер, и можно будет быть аутистами вдвоем. Так, а здесь как-то я приехал сразу вниз. То есть это вот на 50-м левеле здесь можно ловить. Если ты рыбак. Я, к сожалению, не рыбак. Поэтому если есть фанаты рыбалки, здесь, извините, контента такого будет не так много. Бам. Мне кажется, кирку надо делать остальное. Вот что я понял. То есть следующие 5000 надо откладывать и апгрейдить кирку. Достали. Не вы достали, а кирку даст. Достальной. Да, конечно, тоже достали. Чего ж там? Копаем камень. Надо много камня, чтобы я делал сырницы. На каждую сырницу 45 камней. Это ж офигеть. А у меня пока только 18. Ну и сейчас будем добывать. Если бы я апгрейдил сейчас уже кирку, если бы я с остальной полез, то эти камни были бы ваншотные все. И весь этот процесс ускорился бы в два раза. Железо. А, ну иди сюда. Как-то я выход-то не найду. Никак не получается. Ну а с другой стороны, чем дольше ты ищешь выход, тем больше у тебя камня. Правильно? Привидение опять. Может, из нее опять золото вывалится? И я сразу еще одну плевалку бонусную бахну. То есть, в принципе, это ограничивающий фактор по поводу выращивания растений — это плевалки. И если они есть и установлены, то можно, соответственно, огород будет расширять хоть до бесконечности. То есть там пришел, посадил, и спустя 2 недели собрал урожай, просто миллион денег в карман себе сунул. По сравнению с тем, что ты ходишь, поливаешь, как дурак. Кристалл. Не знаю, зачем ты пытаешься меня обзывать, но он не выкапывается. Энергии мало совсем. Покушать чем-то есть? Такая штучка есть. Винтерруд. Вам 50 энергии.
Это 63 этаж только. То есть, похоже, до конца я не дойду еще до 65-го. Но здесь была проблема с тем, что выходы не спавнились, конечно. В то же время я очень много накопал. И вроде бы много, а вроде бы мне все равно не хватит на две сыромятницы. Мне надо 90. Камон, умри. Гадалки не будет, была в пятницу. Хорошо, я гляну. Все, энергии совсем по нулям, то есть я пошел. Я заберу камень. 1.40, тем более ночь. Опять я потрепанный спать лягу. Не хватило на сырность, к сожалению, но что поделать. С камнем прям видно, что трехардить надо. Надо апгрейдить все-таки свою фигню эту, 5000 накопить и скопать все, что снизу. У меня там огромные эти камни валяются на поле. Что будет, если закончится энергия, ты упадешь, и тебя скорая помощь везет. И сдерут с тебя куча бабок твоих. При этом, я так понимаю, там в процентах, то есть если ты богаче, то огребаешь. Я, к счастью, не богаче. Или не к счастью. Там золото готово, но я уже совсем без сил. Совсем мало продалось. Так, ну все, сейчас будет последняя финальная поливалка, ультимативная. Не хватает кварца, правда, но там, по-моему, был последний. А был ли? Жарить кварц надо. Да, надо. Ну ничего. Я ж могу и пожарить. Мне не сложно. Так, а мы по сырницам давай разбираться. У меня, по-моему, все-таки есть подозрение, что здесь где-то есть секретные камни, которые... Вот, у меня есть один камень. Класс. Осталось еще 20. Здесь нет камней. Ладно, пойдем к курицам. Там полить надо то, что без поливалки. Большие яйца несут. Я люблю тебя. Хорошая работа, господа. Так, сегодня дождика нет, поэтому можно выпускать их наконец на улицу. Пусть гуляет, радуется. Тихо. Фак. Ладно. И главное не расстраиваться. Съела большое яйцо, ну ничего. Главное, что покушал. Пойдем коров доить. Так. Хорошая работа. Замечательно. А ты, значит, из этих... А, не, нормально. Так, так, так. Давай глянем, что мне надо для того, чтобы скрафтить еще одну. Хардвуд забрать. Вуд и копер. Их надо на улицу выпустить. Я не кладу им сено в последнее время. Пока они гуляют мне. Так, хардвуд. Кстати, хардвуда мне тоже не хватит на две этих. То есть надо еще одну сыромятницу сделать, и, собственно, на этом... Вуд. У меня 40 дерева. А, 45. Есть молодые вот эти деревья. По-моему, я сажал все. То есть вот этих... Вот это все я вырубал к черту матери. Здесь надо вот этот лес как-то начинать выпалывать. В принципе, мне хватит.
Значит, выкинуть придется шишку. Пойдем установим. На выходе вот здесь. Неудобно, конечно, здесь ящики мешают. Ну что, так тихо. Здесь надо закрыть, чтобы они не убегали. Так, здесь пожарился кварц. Это значит, что мы можем сделать еще одну суперплевалку. Поставить ее сюда. Поливаем. Тихо-тихо. Ну и все, видите, что здесь self-sustained ферма. Здесь все постепенно так вот оно и так и будет бацаться. Майонезик уже сготовился. Пойдем за грибами заодно. Мне кажется, они не влезут в карман мне. Да. Выкину смолу. Что стало с метеоритом? Его пропачили просто, то есть эту картинку поменяли. Он, похоже, постепенно работает там над графикой. И... не удивлюсь, если последующий патч тоже будет меняться. Как все выглядит. Так, геод надо расколоть будет, сходить потом. В принципе, сейчас можно будет и сходить. Сейчас я сложу все. Так, одно молоко складываем. Грибы надо продать, наверное, все-таки. Шесть грибов. Пойдем расколем геод и заодно глянем, какие еще можно семена интересно купить. Потому что денежки копятся, то есть можно апгрейдить кирку, можно продолжать с поливалками мутить. То есть если я найду сейчас семена, которые растут. В принципе, наверное, вот это вот я. То есть до 8 числа я могу еще две грядки посадить, собрать два урожая. То есть можно купить их 16 штучек. И сейчас сразу за 7. Пойдем расколем геод. И сейчас мы пойдем посмотрим, где там цыганка. По-русски эта вещь называется живот. Потому что живографы так говорят. Живологи. Я помню анекдоты про чукчи и живологов. Смешные. 10 железа, ничего себе. О, какую-то пурпурную, смотри, штуку. Хлорпатит. Я сейчас задоначу. Да, про комьюнити-центр я знаю. О, награда. О, ничего себе, Singing Stone. Это, наверное, мебель. Я дома поставлю. Мне картину он обычно давал ненужные. Картины реально, они совсем не нужны. У меня потому что пока стен столько нет, сколько картин у меня. Здесь же нельзя камеры вращать в какой-нибудь кроссинге, чтобы смотреть, что у тебя на стенах со всех сторон. В Animal Crossing это была очень важная фич. На скейте ты гоняешь, да? Ты рок-звезда, типа, ты скейт у тебя, блин, дерьмо. Ага, то есть так ты со мной не хочешь говорить, а стоит только до мусорки, до тро... Fuck you. Проклятые эти городские. Опа, Blackberry. Еще. Это на джем все пойдет. Смотрите, действительно, я впервые ее вижу. Бабуля. А я без денег к ней пришел. Это, наверное, провал.
Так, бабуля-контрабандистка, она с какой-то империи притащила мне эти штуки. Ракушка, гостфиш, супермил. Плюс 40 макс энерджи, ничего себе. А, ну это, наверное, на время, что плюс 40 макс энерджи. Иначе это шоуэрпаут. Печеньки, розы, магнитик. Увеличивает шанс. Типа это, я понял, это для рыбалки. Спиннер. Яйца, ларшек. Лампы. Rare Crow, Collect Them All. Короче, у меня ничего полезного нет. Кроме вот этого, Rare Crow, это коллекторское, похоже. Дальше налево там бревно, его надо расколотить топором. Но топор для этого надо апгрейднуть. Поэтому пока что нет. Так, ну ладно. Бахаем деревья. Вообще, наверное, самый лучший совет новым игрокам, действительно, это оставлять пеньки деревьев, если не хотите сажать их заново, и не рубить всю траву, пока амбар не построить. Потому что это, наверное, самая распространенная ошибка. Я буду гайды писать, блин, для ложков, которые играть не умеют. Конечно же, не буду, на самом деле. Зачем? Пойдем сажать семена, наконец. То есть здесь можно будет снести, потом стенку переместить, скажем так. Тихо-тихо. Раз. Два, три. Вы же меня знаете, мне только... Дай какую-нибудь тупую игрушку, по которой можно гайды писать, и я сразу начинаю. Спинка, да, дерево через 10 дней вырастает. Так. Там у нас по удобрению. Я удобрений как то делаю слишком много, то делаю слишком мало. Удобряем. Сейчас будем сажать. Ну все, теперь мне надо еще две поливалки будет планировать сразу же. Не лейка же это все поливать. Лейка меня на самом деле не то чтобы сильно обламывала, но... Когда уже много прям полей. То есть, если бы вот это все надо бы лейку поливать, я бы их задницу послал. Сказал бы им все, что про них думаю. Так, а у меня, по-моему, была еще одна тропинка. Это где-то здесь. Да, вот это вот. Так, и заодно камень, еще дерево. Ну, все красиво делать. У вас, поди, на огороде там этот бардак и вообще у нас все по науке. Камня опять не хватило, правда. То есть сколько? Раз, два, три. Шесть камня. Здесь, кстати, мелких камней не так много уже осталось. Наверное, надо налево идти. Смотрите, как трава разрастается. Скоро будем покос устраивать. Надо второй амбар все-таки запланировать. И, в принципе, наверное, даже сейчас надо проверить, сколько у меня глины. И бахнуть еще один амбар. Геодик, кстати, выкопал. Уже вечереет, но я доделаю себе здесь оградочку.
Перетаяло все. О, пожалуйста. Нормальный огород человеческий. Не то, что у вас ложков. Пойдем, я поставлю кристаллик себе домой. Сюда, вот ее трогаешь, что он вот это делает. Так, что, спать пойдем или чего? Неожиданно там ночь наступила. Сыр надо на продажу поставить точно. И виноград, в принципе, можно это продать. Который черник, который ежевик. И шишки. Йод, в принципе, тоже продать можно, учитывая, что он дефолтный, плохой. Ну, пожалуйста. Тысяча. Тысяча. Вроде ничего не делал, но тысяча есть. Тысяча в день, это неплохо. А здесь и джем поспел. О, сейчас такая катка-то пойдет. Интересно, курицы не сильно боятся, когда... Когда снаружи такой вот. По одному выходи. Трогать буду. Все яйца большие, ничего себе. Это впервые такое. Знаете почему? Потому что любви очень много, смотрите. Ладно, не очень много. А почему не очень много так любви? Я их трогаю каждый день, блин, запарился уже. Я недостаточно любвеобильный, получается. Может, у них какие-то запросы там свои по этому поводу. Может, я не выполняю каких-то их требований. Вдруг им надо все равно сено внутри, пока они ночуют, что-нибудь такое. Давай я им выложу сено. Никогда оно пропадет. Мне станет понятно, едят они или нет. То вдруг они голодают там. Дом надо побольше и бабам. Да баба там, она пошла в задницу вообще. Начинай даже. Так. Не туда нажал, сори. No milk. Пойдем, я им тоже сено навалю, фиг ли. Вдруг у них действительно из-за этого такие проблемы. С надоем. Все, это последнее было сено, значит. Что сажать осенью? Я тыкву сажаю. И ям, которая картоха. Пустите, блин. Все, засунули сыр. Давай покосим немножко. То есть по чуток пошваркаю. Просто чтобы коров сейчас накормить. У них, кстати, трава на огороде разрослась неплохо. Они едят там в середке, но по краям все нормально в этом плане. Not bad. Надо плевать. Кстати, пугало не достает, наверное. То есть надо еще одно пугало здесь ставить. Вот что я подумал. Если прилетит ворона и схавает мою фигню, я расстроюсь. А можно, в принципе, поставить пугало вот здесь одно и вот здесь одно. В конце, чтобы оно не мешало тропинкам. И эстетически, мне кажется, это более лучший выбор. Согласны вы или нет? Согласна. Нашу денежку. Ой. Заруинил. Хотелось. Так, тихо, все, надо сейвить ситуацию. Три камня. Так. Теперь, значит, одно пугало сюда вот. Wool call fiber. Вот. Вот. Кол. Файбер. Дерево 50 надо, ничего себе.
Файбер у меня миллион, но вроде... Вроде сейчас миллион, а потом окажется, что тоже по полтиннику надо на какой-нибудь айтем один. Пойдем дерево рубить. Рубить, наверное, лучше вот эти пока оставить и рубить, которые вот здесь. Будет загораживать цветочки. Да, действительно, это вы, наверное, правы. Не подумал я. Так, а сколько? 34. Надо полтинник. Смола как-то очень мало набирается. Здесь у меня прям супер очередь такая получилась. Все, хватает на пугало. Делаем пугало. Так, читаем. В обход пугало дорожку? Не, мне кажется, это неправильно. Оно, конечно, блокирует один цветочек, но когда они все созреют, я все равно буду знать, что там цветочек. То есть, то, что он закрывает, не критично. Тем более, он маленький закрывает, а это видно все равно. То есть, проблемы нет. Все ваши проблемы, они надуманные. Вы придумали для себя сами что-то и сидите, заморачиваетесь. Вот и все. Готов сыр. Надо продавать майонез, сыр и джем. И надо новый джем ставить, наверное. Или я поставил уже. Не поставил. Ошибочка. Помидорный джем. И два перца. Так, так. И сыр. Здание можно перемещать? Нет, их нельзя перемещать, но можно просить бабу, чтобы она уничтожила здание. И она прям сразу рушит и... И вот, кстати, по поводу зданий, давайте размышлять по поводу второй вот этой штуки. У меня есть достаточно клея. А вот что еще там надо было, я не помню. По-моему, там дофига камня опять надо было. То есть опять все в камень у меня опирается. И сотни денег. Да пойдем посмотрим у ней. Спросим. Наверх сюда вот. Зачем черри-бомб? Это гранат. И можно взрывать в пещерах камень. Ого, какой-то супер желудь. Что такое? Казинат, орешка. Здрасте. Так, то есть на... Стрелочка как непонятно снизу, они лучше по ней сбоку сделали. 100 стоуна, ничего себе. И 5 копера. А я не уверен, кстати, есть ли у меня столько копера. Я из копер-зоны, я как вылез, у меня сильно меньше устало. Наверное, надо пойти в ранние шахты, то есть дерьмовые. И там камень, который колется чуть ли не с удара. Во-первых. Во-вторых, там копера сильно больше. Сколько из 10 поставишь игре? Ну, не знаю. Я должен признать, что я постепенно уже как-то отлипать начинаю от нее. Учитывая, что вчера я 6 часов играл, вчера 8 часов играл, позавчера 6. Я думаю, вполне объяснимо. О, смотрите, ваншотный камень, действительно. Здесь и копер, здесь и камень, который, кстати, нифига он нет. Там половина этих нот не дает камень. О, кстати, а вот эти они ваншотные и в то же время два камня дают. Хватит сена? Так нет, в том-то и проблема, что мне, во-первых, собирать, я его 200, точнее не 200, а 400 сена я не соберу. А, здесь эти уроды. Нет. Это мой самый заклятый оппонент. А, ну, кстати, они сейчас разваливаются нормально. Бери, алё. In entry full. Давай я съем орех. Ом-ном-ном. Странно, вроде я брал такую штучку.
они ваншотные. Сто камней, это же сколько мне здесь ловить надо? А, семена. Да, я их блоком мочил, но потом я понял, что когда апгрейдишь саблю, блок продолжает потребить. То есть вот этот потребьет. С первой сабли это канала, потому что иначе ты бьешь слабее, чем блок. Вот так, как видно, за два удара их убиваем. Самая первая сабля, она против них вообще слабая была. Мне кажется, невыгодно здесь этот камень копать. Здесь нет больших камней почему-то. И, наверное, мне надо бить только серые камни. Тогда будет профит. Ой, это прям... Ничего себе. Я думал, оно осталось, когда я переходил. Вот такие вот. Взгляни в лигу исследований. Сейчас зайдем. Значит, не сложно. Не могу забрать фигню, она, по-моему, дешевая. Вот кварц, наверное, надо собрать, у меня его не так много. Можно, в принципе, выкинуть тропинку и взять тоже фигню. И вместо этого забора обратно забрал. Что, ты думаешь, самый умный здесь, алё? Василий. Сливу. Почему бы нет? Ага, теперь я мозги подобрал. К сожалению, их нельзя съесть. Боже. Сколько камней нашел? Смотрите, 58 камней. То есть это пока на амбар. Вообще не хватает ни о чем. Друзья, как-то я прям не знаю, что нам делать дальше с вами. Больших камней здесь нет. Сейчас энергия уже закончится. Босса в игре? Не, боссов здесь нет. Но здесь игра миролюбивая, это же игра... Нет. Чуть ли не для девочек даже, как-то я не знаю. Для спокойных людей, которым, для которых стресс — это когда у них там корова яйцо не дала, или там, точнее, молоко не дала. Чтобы это было самое стрессовое событие. Или там, что сезон сменился, а ты урожай не собрала, и прямо, о, господи. А вы боссов хотите, чтобы здесь были боссы? Совсем что дурные. Ого, 3 часа уже прошло. Я как-то сегодня покороче хотел, думаю, сяду на пару часиков. Видите, так вот неторопливо мы бацаем. И вроде нормально все себя ощущают. Сколько у меня уже? 79. В принципе, можно валить уже, энергии все равно нет. Это, наверное, чуть ли не первый случай, когда я покидаю еще до ночи. Пойдем к исследователям. Читаем там на стенке плакатик. Бэк. 151 из 1000, 61 из 200. Не, здесь, короче, наград мне явно пока не видать. Гилл — это вот этот парень. То есть это он будет выдавать награды. В принципе, на этом можно пока свалиться спать. Завтра уже, скорее всего, если повезет, продастся хорошо джем. Если, то хватит денег уже аж на 2 поливалки. То есть можно поставить, чтобы кварц жарился, чтобы железо жарилось.
О, мед неожиданный. Ой, там смола еще. Хорошо, что я пришел сюда до полуночи, то есть сейчас все это мы успеем продать. Короче, вот эти стремные геоды, наверное, они стоят меньше, чем ты их раскалываешь за 25 баксов. Есть у меня подозрение. Потому что из них там вылазит. Там раньше вылазили артефакты, это было полезно в самом начале. Но потом артефакты я уже все узнал, вот эти дешевые. Стало уже не так здорово. Кирку хотел апгрейднуть. Наверное, плевалки все-таки критичнее. Кирку-то это уже когда совсем деньги некуда девать. Вы же понимаете. Засовываем. Лучше железо лет. Засовываем. Ну и пойдем спать. Кота потрогать. Камон, не прокликивается. Кровать почему-то. О, смотрите. Хватает мне теперь. 2000 заработал. Ну, как я говорил, когда желе появляется, оно несколько дней делается, но когда он появляется, доход хороший. И, наверное, можно даже наделать еще банок для желе, но я уверен, что зимой у меня все вообще уйдет в это. 3400. Желе мне хватит только на одну поливалку. Поэтому так постепенно будем качаться в этом плане. Пока вручную. Золото покупать на самом деле все-таки это было, возможно, даже провальной идеей. То есть можно было не лениться самому поливать. Как-то я не знаю даже. Поливалки все равно нужны. То есть здесь от этого не отвертишься. Так, это я себе оставлю все-таки вот эти штуки. Это. Дерево там, по-моему, не надо, да? На амбар-то, я не помню. То есть там, по-моему, глина, камень. А, и 5 вот этих. То есть сейчас мы сделаем амбар второй. Признаемся курицам в любви. Да, сено они не трогали, то есть ночью они не хавают, а утром они выходят. Я тебя любил? Я вот этих не любил, все. Суем яйца. Здравствуйте. Нет молока. Тоже нет молока. Это вот я говорил про то, что стресс, когда корова молока не дает. Представьте. Ё-моё, только одно молоко. У коров забастовка, что за дерьмо. Действительно стресс. Я ходил к гадалке, но там меня не удушил ее набор. Ничего особо интересного я в ней не видел, либо ничего, что у меня нет. Где можно брать сено? Сено надо косить. То есть любую траву косишь, если у тебя стоит вот это красное строение, туда сено будет складываться. Если у тебя нет строения, то извини, короче. То вся трава, которую ты косишь, она просто так дохнет. Для чего деньги копишь? Деньги пока что на поливалку сейчас можно спустить, но... Сначала надо построить амбар. Кстати, для постройки амбара сейчас надо будет разломать забор сначала. Орех золотой. Хотя, в принципе, амбар можно и здесь где-нибудь поставить. То есть, не обязательно его ставить там. Наверное, надо
Надо прям дождаться, пока 4000 будет, и прям купить все плевалки сразу. Чем ходить по одной шкрябить. Я иду в шахты, сейчас мы докопаем 30 камней, сразу я вылезу и пойдем мы делать амбар. Я, по-моему, не полил, кстати. Цветы. Не помню уже. Куда? Опять на небольшой этаж мы не пойдем? Давай попробуем прогресс сделать, ПВЕ-прогресс. Не сразу ивент этот. Да на шахт, да не, у нас шахта на 62 пока. Половину пока. Здесь у меня были большие проблемы, что я не находил выход в некоторых местах. Что-то новое. Что такое? Аквамарин. Ну вот, у меня есть он. Понять, зачем они нужны, вот эти самоцветы. У них, наверное, что-то крафтить можно. Пока непонятно, что. Их слишком много, чтобы я делал что-то вменяемое, поэтому я просто стою и нажимаю. Золото, 3 золота, ничего себе. Это я 1200 сэкономил. Я сейчас сразу 2 плевалки куплю. Блин, вот этот поворот. Классное привидение-то, у них золото в кармане. И рыба почему-то иногда еще. Но это отдельный вопрос. Камон. Нефрит из него выпал. Все, ищем выход. Предпоследний этаж, поэтому хотелось бы, чтобы выход нашелся быстрее, потому что половина энергии, если следующий этаж будет проблемный. Привидение серебряное. Конечно. У меня меч силы и справедливости. Какой мне серебряный? Зачем? Я уничтожаю неправоту с ее помощью. Катка что-то. Ну и как раз мы рано закончили. Баба не успела еще рабочий день свой свернуть. И мы сразу покупаем амбар. Сейчас надо будет придумать, правда, где ее ставить. Надеюсь, она не на аэробике. Нет. Так. Мазик там готов. Короче, я вот здесь этого хотел, но это значило бы, что надо забор здесь носить и все остальное проще. А здесь сказал, что нельзя строить. То есть, я думаю, здесь можно поставить. А
здесь почему-то курятник мешает, тайл курятник. Там палочка, там... Дерьмо. Короче, блин, не влазит. Проблемная штука. То есть надо разрушить здесь забор, чтобы было... Чтобы было все нормально, красиво. Либо можно просто воткнуть где-то на пофиг. А мне кажется, это не по-человечески так будет. Вообще можно вот здесь где-то его воткнуть. Ты же все равно к ним не ходишь, а они просто стоят. Бахну здесь. Пофиг вообще. Сделаю вид, что я задумка такая. И типа, тот, кто не разбирается, тот и не поймет даже, а тот, кто все понимает, тот... На такие стримки не ходит, он сам у себя на ферме там бахает. Так, здорово, чувих. Кэролайн. Она замужем вроде. Поэтому нам даже поговорить с ней не о чем. Ну чё, чувих. Джози. Это училка. Так, подождите. Короче, у меня есть 3. 2000 и еще 2. А, уже все, уже закрылся кузнец. То есть я не успеваю. Вот. А ну иди сюда. Орех будешь? 2 года тебя ждал. Слышь, да пошла ты, в чем проблема твоя? Я тебе перец дарил, орех орил. Дарил. Тебе что, пиццу надо готовить или что? Ей, наверное, там еду надо вкусную. Я, говорит, не была ни разу в лесу, потому что могла там это... повредить себя. Ничего, типа, в чем... Что тебе еще подарить, я не знаю. Золото подарить? Пошла ты. Я подарю ей джейд, нефрит. Смотри, тихо. Специально для тебя. Я уже дарил сегодня. Ну и пошла ты, у тебя кулдаун. Тупая баба. Как они могут быть настолько мизантропичными, что им обязательно все нужны подарки? Может, блин, я не знаю, может там сводить ее там в кино, я не знаю, кино у них здесь, наверное, нет. Там это, в трактире пивка купить, что-нибудь такое. Слушай, реально, может купить бухла ей? Я не подумал. Раз здесь нельзя в кинотеатр сводить или что-нибудь такое сделать, может, пусть набухается. Тогда у нас будет любовь. Мне кажется, это не совсем то, как должно быть. Ну ладно, чего. Что поделать. Пойдем, грибы глянем. Если как-то они непредсказуемо появляются. То есть, похоже, они через день появляются. Сказать по подаркам? Да не надо. Я уже понял, что у нас. Если она не уважает мой внутренний мир и не ценит меня как личность, и ей нужны только подарки и айфоны ей дарит. Пошла она в задницу. Буду холостой. Так, короче, левел 5 майнинг. Я могу выбрать профессию. Плюс 1 руды за каждую выкопанную фигню. Геолог, шанс, что гемы будут по 2 дропать. А гемы, я не понял, зачем они, по-моему, они не нужны. У коров посреди поля растет дерево. Ну, так это же красиво. Я возьму вот это вот. Буду копать руду, чтобы золото добывалось. Так, ну ладно, тыщенку добыли. Прогресс. Сохранили. 4000, смотри, 4300. Или баба строит во все. Blackberry season right now. I lost my basket. Это бомжа потерял корзинку, слушай, я бомжу-то готов помогать. Он нормальный парень.
найти корзинку Линуса и вернуть ему. Ну, сейчас займемся. Пойдем потрогаем куриц. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Где еще одна курица? Хотела спрятаться от моих объятий. Не тут-то было. Так, смотрите, вот траву они вроде щиплют, а коровы как-то активнее, они просто прям уничтожают то, что перед домом у них. У тебя опять сиськи пересохли? В чем проблема-то у тебя? И у этого? Тихо-тихо, не. Зафиксировать надо, наверное. Не, у него прям нету. Это нормальный парень. И это тоже никакой. Нифига себе, они второй день меня уже так кидают. Я думаю, у нас сырный бизнес будет, а они вот такие вот. Никакого надоя нет, надоя падает, что делать? Меня ж здесь этот председатель колхоза сейчас вздернет на собрание. Да, трава как-то она, я так понял, если не трогать и не шваркать там особо, то будет все здорово. Кэлли любит подсолнухи. У нас не все кончено, даже не пытайтесь. Орех. Пойдем за золотом. Можно ракушек, кстати, насобирать, давно там не был. Такая осень грустная, прям меланхоличная, действительно. Что прямо саундтрек? О, газета. Обед. То есть орехи она не любит, да, а семки она любит. Или она просто подсолнухи как цветы уважает. Из-за того, что они эстетически привлекательны. Пошел за ракушками, а полный инвентарь дерьма. Это я рак. Наверное, козявки я все-таки пойду обратно сложу. Пойдем за золотом, оно должно стакнуться, да. 7 кусочков золота. Это 2800. Здравствуйте. Так, геоды у меня были. Ну, неплохо. Уголь не так быстро добывается, и в то же время не то, чтобы он сильно тратился. То есть на слитки ты его тратишь по одному углю. Мэра без панталона? Да пошел он. У них там вот эти шенанигансы, он к этой бабе ходит и сам-то свои трусы поди не знает, где найти. А она их посреди комнаты положила, типа как трофей боевой. Разве что крестики на фузеляж не ставят. Я пойду делать лучше поливалки. Поливалками-то и жизнь будет проще. Не надо будет поливать. Это... Сами-то подумайте, как здорово. Слушай, интересно, а если на вот этой плотнице жениться, она скидоны может будет делать там на амбары всякие? Как вы считаете? Или это слишком меркантильно? Но с другой стороны, она тоже поди хочет айфона и что-нибудь такое. Может, майонезик она любит?
Она за... А, точно, она же за негром замуж. И у них сын дотер. Понятно. А значит, да, действительно не по семье. О, грибы вариться начали. То есть 3 дня растут грибы. То есть 1 день просто, 2-й день они закипать начинают, на 3-й день грибы. Плотницы, да, там действительно негры, это сумасшедший. Так, пойдем искать нам Линусу, надо найти его корзинку, иначе проблема у нее там, бомж все-таки, я сочувствую, преисполнен к нему. С каждым из нас может произойти такое, что не хочется идти на работу, поэтому... Поэтому я уважаю его жизненную позицию. Не все могут себя заранее так финансово обеспечить, что на работу ты вроде не ходишь, а живешь при этом нормально. Скачет на скакалке еще их. Сколько здесь кустов с ягодами? Он по-любому где-то здесь выкинул корзинку. Кажется, там же где топор был, то есть... Помните, забирались мы. А вы кричите, я... Монитор-то у меня большой, вы, если стрим-то не максимизируете, сильно лучше видно, когда... Обзор, скажем так... Получше. Ой, а здесь мышонок шапки продают. Я и забыл про нее совсем. И парик он продает. Шапочка моряка. Хотите, куплю шапку моряка? Желтая. Она, правда, выглядит странно. Кипарь может купить. Куплю кипарь гапарский. А, не, он нормальный. Бейсболка. Может, и шапочка моряка была нормальная. Как-то я не подумал. Шапка за 1000, офигеть. Разве что майонез не принимает. Смотрите, сколько я винограда здесь это нашел. Блэкбери этих. А корзинку не нашел, к сожалению, пока что. Как вы думаете, где корзинку он оставил? Мне кажется, так как он бомж, он, наверное, ходил в каких-нибудь нетрадиционных местах. Понизу я прошел. Пойдем поверху. Поезд едет. Блин, а я не успею отсюда добежать. Чель. Вот ты где, знаешь, да? Ты хипстуешь здесь своим это Инстаграм, у тебя селфи-палка, да? Fuck you. Она с камерой и типа не замечает меня. Пошла ты в задницу, слышь? Держи, короче. Чё? Тебе не нравится Блэкбери? И ты фотографируешь здесь природу, да? И ты типа хипстерша, и ты Блэкбери... Ты ни разу поди в жизни не пробовал, что это такое. Ты даже не знаешь, что это такое. Коза. Пошла ты, я буду, блин, не знаю. С училкой мутить или кто там. Хотя вдруг у нас это просто недопонимание, и на самом деле она нормальная. То есть как-то вот так вот я прошел. Правда, озеро вот это странно как-то. Непонятно, где штаны, короче, вот что. Точнее, не штаны, а эта фигня. Корзинка. То есть вот здесь вдоль озера вот так здесь пройти. И вон тот верхний угол я не смотрел. На прошлом квесте было написано, где он оставил, где он топор вставлял. То есть, может, Линус нам бы проспрашивать, что он там делал.
Но учитывая, что он бомж и понятия не имеет, что там с ним происходило в последнее время, он, наверное, водки купил, просто поролся и ходил корзинкой размахивал. Ну, как я и говорил, я могу понять его жизненные позиции, поэтому осуждать мы его не будем. Но корзинку как-то найти не получилось. Так, это мое. Слушай, а может там сверху где-то? Сложный квест. Да, и сразу я Блэкбери бахну туда. Грибы, наверное, тоже можно мариновать, что-то я не подумал. О, а там уже позрело все. Золото созрело. Так, а эта штучка у меня одна, то есть мне надо кварц пожарить. Что там еще надо было, я не помню уже. Медь нужна была? Iron, Gold и Refined Quartz. Iron, Gold. То есть осталось только кварц пожарить. Бабах. Так, вот одна. Ну и ждем, пока кварц пожарится и будет вторая. Бам. Изи поливалка, изи лайф. Все, осталась последняя поливалка, это ультра огород, и он можно прям на века, что здесь у меня небольшая штуковина, это так она и будет фигачить. Надо их на ночь закрывать, нет? Как вы считаете? Пойдем немножко еще поищем его корзинку. Вдруг он ее где-то там себя сверху бросил. Вон она! Еще одно дело раскрыто бравым детективом. Нед Пинкертон выходит на дело. Ну и завтра ему принесу. На первом месте в топе этой игры. Это, наверное, среди русскоязычных. Русскоязычных-то как-то мало стримит. Я видел, что Мэтт запускал, но как-то он, похоже, решил, что не его жанр. Здесь вот батарейка нужна, и здесь можно будет что-то сделать. Но батарейки я пока не умею делать. Пять денежек. Здесь можно будет автобус потом починить, но это надо в комьюнити-центре разбираться. Комьюнити-центр меня напрягает тем, что надо сначала делать список того, что туда надо нести, и потом надо проверять себя по ящикам все, и потом нести. Меня очень часто спрашивали, почему я это не делаю, вот именно поэтому. То есть тебе там по списку надо идти, так что ты ходишь, так, ага, значит, вот у меня помидорин, там тыква и так далее, вот это значит, я понесу, это не понесу, это у меня уже есть. И каждый раз сверяться там, что-то, ну их нафиг. Хотя можно вот так просто сделать, то есть вот здесь есть список. То есть вот, crafts room и такое. То есть за это я анлокаю теплицу, ну за эту фигню. И надо corn, eggplant, pumpkin и ям. Мне из-за этого вот этих нет семян. Блин, а назад оно не умеет возвращаться. А, это у меня уже сделано. Нет, я не могу добыть. Winter, Spring. Вот, Fall Forging Bundle. Грибы, орех. То есть вот этот надо. Нужна слива, нужен орех и нужен гриб. И тогда я смогу бахнуть эту штучку. Ну а здесь на каждую. Вот это все с рыбой, это рыбы я пока не буду делать. То есть, да, грубо говоря, у меня раз, два, три. То есть, рыба, вот эта фигня. Animal Bundle. Яйца можно принести. О, это late game здесь. Козье молоко. Шерсть овец и яйца уток. Сыр, мед, ничего себе, джем. Клоф. Офигеть. Блин, не, здесь что-то слишком эндгеймовая фигня, то есть это не скоро я еще буду делать.
Наверное, вот это вот, починить мост, его более всего реально. Но экзотика, это, я так понял, нужен доступ в пустыню, для этого надо, чтобы автобус тебя туда... А хотя, грибы... Вот это я все видел, я рад, что кактусы и кокос не видел. Зимой вот эту фигню надо будет. То есть, вот это вот легко выполнимо. Это тоже легко выполнимо. Хотя, блин, если они очень много, они вечно хотят, чтобы у меня все время дерево рубилось и всегда все остальное. Вот это я уже заруинил, то есть это только на следующий год будет. Ну, как говорится, что поделать. Блин, ну ладно, пойдем спать и завтра корзинку отдадим. Училка тоже любит подсолнухи. Да пошли они все. Прялка! И супер удобрение. Quality Retaining Soil. А, я понял. То есть ячеек мало и можно любой класть. Понятно. Так, Stardew Valley Fair, ярмарк, через неделю. 9 айтемов, которые лучше всего покажут твои таланты. Тебя осудят и так далее. Ну это мазик я принесу, че, 10 банок. Пусть поймут, кто есть хозяин. Там грибы должны поспеть. Вот видите, комьюнити-центр. Я посмотрел, расстроился, и сейчас я забыл на него опять про него опять напрочь. И... То есть пока наконец не стукнет, что я возьму в карман вообще все, что у меня есть в кармане, и понесу туда. У вас закончился? Все, закончился период, когда не дают молока нифига. Ага, а ты, значит, забастовку устроил. Ну ладно, у меня все равно три сыромялки этих. И сейчас пойдем корзину бомжу отдавать. Ну, смотрите, все само собой поливается. Про ферму даже думать не надо про это. Это же так здорово, это... Я молодец. Вот вы, наверное, не понимаете масштаб бедствия. Так, ладно, давай все это я выложу. Большую часть всего это. Грибочки, всякие штучки. Пойдем отдадим корзинку. Когда планируешь Monster Hunter? Да не знаю. Я думаю, сейчас вот это вот я доиграю, и как-то я уже действительно начинаю отлипать от этой игры, что мне... Я многократно уже озвучил, что у меня по такому принципу все работает, что сначала что-то новенькое увидел, потом глаза вытращил и бацаешь. А если я в эту сторону пойду? А, туда нельзя. А потом как надоело, соответственно, как обрубило. То есть, невозможно сейчас. Сейчас на этом у нас ферма постепенно закруглится. Так, к бомжу пойдем. Можно купить, конечно, рецепты на кукурузу и просто посадить по одному семени. То есть семечко кукурузы и семечко эгпланта. Вот это вот. Баклажана. Пойдем, наконец, корзинку отдадим. Можно, конечно, зарулить, скинуть сливу и так далее, но пофиг. Шишки валятся. Ничего себе. Так, а бомж-то дома? Вопрос. Бомжа не дома.
А где он? Ну, он опять с корзинкой, наверное, ходит там и... Вот это расстройство. Я корзинку ему искал, искал. И как теперь? Ждать, пока он домой прибежит. Может, он здесь где-нибудь лазит? Рыбачит там что? Что такое? Подсолнухи? Для баб-то? Да ну их нафиг. Я потом лучше, когда кухню куплю, я буду готовить всякие супер блюда и буду лучше повар на деревне. И они сами перебегут. Бомжа что-то вообще не видно, он может на пляж тусуется. Перед баней. Хорошо, сейчас схожу. Сначала на пляж схожу. Может, там подруга моя. Не, есть только вот этот чувак. Я с ним даже не общаюсь давно. Я решил, что он дурак. Так вот постепенно ходишь, собираешь кораллы. И вроде жизнь смыслом наполнена, понимаете, что? С одной стороны, вроде... Понимаете, вот вы вот, допустим, живете в Москве, тебе кто-нибудь скажет, что смотри, там вот этот деревенщина ходит, там грязи копается, что-то там делает. А у него каждый момент наполнен смыслом. И любая минута доставляет ему либо счастье, либо какой-то прогресс. То у нее бизнес поднимается, то у нее бабы там бегают, там вся деревня за ним хвостами кверху. То он шахтер, то он древоруб. А вы только и можете, что пришел, сел в 9 утра, сидишь с компьютером, ушел, пришел домой, сел за компьютер, лег спать. И потом еще говорить что-то. Сами попробовали, поехали. Глубинку и давай дрова рубить. Пойдем смотреть, где там сауна это. Я все вижу. Ладно, иди сюда. Комплименты моей кепке. Спасибо. Мне такого еще никто не говорил. Наверное, потому что когда у меня были кепки, они были настолько дерьмовыми, что... Шанс на такие комплименты был очень мал. Бомж! Смотри, корзинку нашел. My basket, thank you. This means a lot to me. Все, с бомжом-то мои лучшие друзья. Как бы только он не того, давайте посмотрим он. Не, он вроде как занят. Ну, неплохо. А где? Как-то похоже, его квесты надо делать, но учитывая, что денег он не дает, а он бомж. Он не может дать денег, он потом какой-то прикол даст по-любому. У меня все еще висит фигня на трусы фиолетовые. И другие тупые квесты. Принести бухла. Принести дыньку, которых уже нет в помине. Амарант. Придумают же. Корзину где нашел? Корзину здесь где-то рядом с автобусом, короче, слева от автобуса. Там локация небольшая. Орех. О, смотрите, мне же хватает на осенний бандл. Я пойду в комьюнити-центр и отдам его. Чтобы вы мне не говорили, что я ничего не сделаю. Он спасает, когда энергия в пещере кончается. Вот этот бомж. То есть он по пещерам еще лазит. Я, в принципе, слежу за своей энергией. Мне кажется, надо быть полным ложком, чтобы без энергии упасть. Дважды. То есть один раз-то я не понял и упал. Как-то не заметил просто, что бар там сплющился.
Бам. Бам. Пожалуйста. Ух. Подарок. 37... А, это дерьмовый семенат. Точно. Это то же самое вырос, что вот это вот. Черника, ежевика. Блин, 30 семян? Не-не-не, это я продам эти семена. Пошли им взять. Это я помню это все. Construction, то есть здесь. Что-то, блин, не привлечает меня эта тема. Происходит. Анлокнулась новая тема. Значит, классно, надо делать почаще так. То есть я молодец. Зря я весеннюю не принес, то есть надо было раньше все это делать. То есть как минимум сезон это надо делать. Вот эти можно принести, то есть все грибы просто взять. Все, которые не поганки. То есть не вот такие вот. И все сиропы. То есть 3 сиропа и 2 гриба. И вообще изикатка. Экзотический бандл я тоже бахну. То есть останутся 2 сезона, которые я сломал. То есть я бы тогда сделал, блин, я бы чинил мост, если бы я весной сделал. Вы же мне не сказали, и я и не знал. Так, а здесь чего? А, здесь урожай исключительно. Animal. Animal какой-то серьезный, прям трейхардный. Так, а вот здесь уже можно будет рассовывать, когда вот это все я выращу. То есть здесь все урожай. Здесь я только перец сунул. Томаты, кстати, блюберри и... А, дыньки тоже нет. То есть я тоже заруинил. Quality crops. Ничего себе, по 5, смотрите, золотых. Есть. Пойдем глянем, что там анлокнулось. Мне интересно. Ну что это нам даст? Бойлер ром. О, это починит майнкарты. 3 слитка? Это же вообще изи. 3 любых слитка, блин, правда золотой, конечно, дорого. Затем дерьмо. Void Essence. У меня нет. А, здесь 2 все, то есть любое дерьмо. То есть вот это вот можно принести все. И вот это все. А, вот Fire Quartz у меня пока что нет. То есть можно принести вот этот кал весь. Frozen Tear, кстати, я не помню. Frozen Tear это, по-моему, Geot этот. Нет. Я, по-моему, продал их. То есть это вполне выполнимо, у меня починится майнкарты. Это самое легкое. Ясно, понятно. Ну прикольно, здесь такие вот апгрейдики, которые вроде не сразу, и некоторые из них целый год ты можешь делать. А с другой стороны, ты один собрал и что-то еще анлокнул. Нет, прикольно. Опять ты, значит, да? Something smells weird. Это там про меня, значит, намекает. На ферме, говорит, работал. Поганку на. Я ей дарил 2 подарка на неделю, извините. Кулдаун у ней. Пошла ты. Она, видите, она теперь ходит, нос задирает. Она вечно говорит, что я вонючка. И при этом не понимает, что у меня может быть чувство, и что, может, я живой человек, и... Не знаю, короче. Осень. Что поделать? Мазик вот созрел. Сыр. Продам сейчас это. Ну да, она-то без кепки, а блондинка, что с ней взять? Посадим семена давай. Я просто две фигнюшки сейчас выкопаю и буду здесь их удобрять. Раз, два. Учитывая, что это просто так, я их даже удобрять не буду. То есть сделал все красиво, и здесь такой просто типа хочу
Хочу, чтобы было. Трава здесь, кстати, нормально разрослась. И уже, смотрите, построена эта фигня. То есть можно постепенно подкашивать. Чтобы оно окопилось. Но мне кажется, 400 травы накопить, это надо очень долго косить. То есть я здесь всю траву скошу, я, наверное, не скошу 400. Хотя здесь, смотрите. Кстати, я так понял, косу не надо апгрейдить, она всегда одна и та же. Интересно, там тотальная цифра теперь будет показываться в этих складах. Ой, здесь прям богатый патч. Пойдем глянем. О, 34 480. То есть еще куча раз так можно махать. Эх. Удачи сегодня будет. А я спать лягу. Опа-на! Ничего себе, я научился строить... Смотрите, какую классную тему. Варп-тотем я научился строить, чтобы я на пляж мог варпаться. И... громотвод. Две 700, ничего себе. Это семена эти так продались? Ничего себе, это семена. А, ну их 30 штук было, то есть, в принципе. Там и понятно. Громотот, я так понял. Тихо. Refined Quartz, Batwing. Да, и он батарейки делает. То есть ты ее просто ставишь, и он иногда после грозы батарейки появляется. И, кстати, вот эти появились, то есть можно одежду уже делать будет. Но у меня нет пока что овец вообще, то есть это пока не нужна штука. Лампа, кстати, я тоже не ставил. Так, а варплка, она портует тебя на пляж, но помимо этого она не нужна. Мне кажется, это такси тема. Телевизор рядом с кровати. А он, проблема в том, что он не поворачивается. То есть стул можно повернуть, а телевизор нельзя. Airfry. Я умею готовить. Ладно, давайте на этом закончим все-таки. То есть, сколько? Часа 4 я постримил. Аптайм. Да, почти 4 часа. Спасибо всем, кто пришел, кто наблюдал за моими приключениями на моей ферме. Смотрите, какая у нас ферма. Мы построили здесь грядочки. Все с поливалками. Здесь не обращать внимания. Курица есть. Майонез уже все налажено. Сыр. Коровы, правда, как-то неплохо молоко дают, но это ничего. Грибы у меня есть. То есть здесь, в принципе, каждый день я минимум по 1000 собираюсь это. Ну и, как видно, щити фарм 64 тысячи уже собрал, и постепенно доход растет. Я не уверен, что я еще буду стримить, признаю сразу, что именно конкретно ферму. Посмотрим, как пойдет. Я, в принципе, уже ощущаю, что, скорее всего, я наигрался здесь. Как так, если подумать, то если умиротворенное такое настроение, то вот эта вот рутина, что ты выходишь, там потискал куриц, потискал коров, там что-нибудь полил, если там надо что-то поливать, то есть вот эти вот штуки, например, полил. Я заруинил, но я сейф потом все равно, это, если я еще буду играть, типа я не буду сейчас сохраняться. Вот, и по сути здесь осталось только вот это вот то же самое, по кругу бегаешь, в шахту бегаешь. Конечно, появляются всякие громотводы и там подобное, и что-то еще там потом появится. Но это просто, у тебя будет больше денег, потом больше коров купишь, больше грядок будет. Все так вот в прогрессии, такое постепенно. Если нравится такой геймплей, то игру очень рекомендую, хорошая игра. Я же для себя еще со времен Rune Factory вывел, что такого рода игр у меня обычно на вечер на два хватает, а потом уже как-то... Когда по кругу одно и то же бегать, уже как-то уже не так здорово. Ладно, друзья, спасибо. И до скорых встреч. До свидания.